Привет, друзья! Обычно я рассказываю о мощной спортивной технике для трека или какой-то серьезной экипировке. А сегодня я расскажу о кое-чем мягком, комфортном, городском. Это Yamaha T-Max. Начнем. Во-первых, ключ, как вы успели заметить, у меня висит на шее. Он заводится без ключа. Пробежимся по внешке. Сразу можно увидеть огроменное мягкое сиденье, достаточно широкое. То есть, если у вас большая спортивная комплекция, то вы здесь комфортно разместитесь. Ваши пассажиры тоже не будут забыты. И в отличие от спортивных маленьких хвостиков, с которых ваш второй номер, ваша пассажирка может просто улететь, здесь она может спокойно, с комфортом сидеть. Здесь есть подогрев ручек и подогрев сиденья. Ну, конечно, не стоит это включать в жару, но для осенней погоды, которая нас в ближайшее время ждет, это будет очень кстати. Здесь стекло с электроприводом, которое опускается и поднимается, что тоже очень комфортно. То есть вы можете выбрать для себя режим, когда вас обдувает легкий городской ветерок, или если вы дубасите по трассе, то можете полностью закрыться, и вам будет очень комфортно ехать. Лапки тормозов с регулировкой, то есть вы можете приблизить и отдалить в зависимости от длины ваших пальцев. Есть очень удобное, интуитивно понятное меню, с которого вы как раз включаете подогрев ручек, двигаете ваше стекло и также можете выбрать режим. Здесь два режима, спортивный и городской. Там S – спорт и T – тошнот город. Но я, честно говоря, большой разницы не заметила. В целом, он отлично наклоняется в поворот, он шикарно рулится и шикарно проходит междурядье. Кстати, зеркала дают достаточно хороший обзор, то есть, ну, для города это важно, чтобы вы видели, что вокруг вас происходит. Естественно, раз это городская техника, то можно увидеть, что здесь скрывается гигантский, огромный бардачок-багажник. Как вы можете увидеть, я здесь набила просто огромное количество своих вещей, то есть вам не надо идти куда-то со шлемом, вам не надо там идти куда-то с курткой, вы все можете уместить здесь. Также оно все блокируется с кнопки, и, разумеется, никто это без вас не откроет. Для города это удобно, комфортно, и ты действительно наслаждаешься ездой. То есть, в отличие от спорта, где ты трудишься, работаешь, здесь ты просто едешь. Причем едешь, там есть разные скоростные вариации. Так что, друзья, рекомендую. В салонах Bikeland есть в наличии. Пока-пока!